Всем привет! Продолжаем гулять по выставкам Петербурга. Пространство Эрарта, музей Эрарта, находится на Васильевском, представляет выставку художника Игоря Баранова «Размышления об исчезающей жизни». Живописец, график, родился в 83 году в Ленинграде. В 2001 году окончил художественный лицей имени Ягансона. Выпускник графического факультета Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина при Академии художеств. С 2009 года преподает живопись, рисунок и композицию в филиале института имени Репина в Котке, Финляндии. Я зачитываю анонс этой выставки. Игорь Баранов – участник более 50 выставок в России и за рубежом. Его работы находятся в Эрмитаже, Музее русской живописи, в Харбине, Дом графики Равинского, Москва, Швеция, Финляндия, Дания, Бельгия, Германия, США и Южной Кореи. Игорь Баранов познал все тонкости печатной графики. Сегодня он делится своим опытом с учениками и активно продолжает открывать что-то новое. Первые листы серии «Гербариум» родились во время его творческой экспедиции в Китай. В результате освоения сложнейшей печатной техники, которая напоминает шелкографию. Каждый лист на бумажном листе отпечатан с тканевой формы с машинной точностью, что требует от человека невероятной выдержки, как написано в анонсе. Работы художника могут показаться логичным нагромождением случайных образов. Все объекты, будь то цветы, животные или предметы материальной культуры, явлены зрителю навеки застывшими, как на иллюстрации в анатомическом атласе. По замыслу автора, это мунифицированные образы действительности, которые исследователям прошлого предстоит разгадывать в далеком будущем. Ну вот, наверное, и все, что написано в анонсе о выставке художника Игоря Баранова «Размышления об исчезающей жизни». Что будем в теме музея Эрарта. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.